Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкер Чистое Небо. Итак, в прошлой серии мы с вами... Что мы с вами? Мы с вами нашли детектор Велес, вот. Эй, проснись! Идет новичок по зоне. Че? Замечтался, а врага не заметил, и как... Повыполняли, короче, задания, а вот, разные, там, с насосной станцией, щуку какие, вот, и вернулись на базу Чистого Неба, чтобы забрать с вами награду. Сегодня же мы с вами... Так, это что, на этом совершится? Непонятно. Сегодня же мы с вами отправимся... Контратаку, короче. Отразить контратаку у нас задание. Отправимся именно туда, а дальше уже посмотрим. Так, где у меня... Мы с вами прокачали оружие немножко там. Так, где у меня проводник? Бляха, темно так. Ночь. Можно ли как-то переспать, переждать? Можно где-нибудь поспать? Есть ли здесь такая функция поспать? У кровати нет. Так, ладно. Отменено. Заходить проходы. Негаты. Обезопасить тропы на кордон и агропром, захватить позиции возле них. А, ну ладно тогда. Направимся туда. Пока я тут ковылял, пока я тут мешкал, короче. Блин, так темно. Мешкал, короче, то... Тебе нужно что, сталкер? Уже ничего не надо было. Так, куда ты можешь меня отвезти? Погоди, а это где? Это что? Что это за место? Рыбацкий хутор. Ай, похер, давай рыбацкий хутор. Где там? Пошли. Пошли на рыбацкий хутор. Отлично. Еще и ночью, да на болоте. Ух, мать его. Хорошо, что здесь фонарик не сажается, как в этом, знаешь, как в метро, что его подкачивать надо было. Но темно, бляха, темно. Потому что... Тихо. Потому что фонарик есть. Хоть какое-то светило. Так, по самому болоту не идем, потому что там радиация, как мы помним, да? Тихо. Кто там шумит? Жесть, что-то жутковато на этих болотах ночью. Сколько времени еще до утра? А, прикинь-то, 11 часов вечера только. Такая темень. Ужасти. Ужасти. Так, а чё, по бревну я не пройду? Понятно. Так, у этих я был, да? Нихера не вижу. Просто нихера не вижу. Воу! Собака. Точнее, кабан. Напугал. А, погоди, обыскать трупы. Их можно обыскивать? Вот это... Погоди-ка. Я двухстволку-то не выбросил. Так, а что у меня за задание найти совершенство? Понятно. Эй, ребят. Вы чё как тут? А? Здорово, чё, как тут? Тебе чего? Здорово. Я так мимо прохожу. Решил посмотреть, что у вас тут.
за дела творятся. Я тебя так. Слушаю. О, чем могу помочь? О, вернуть предмет каменный цветок. Патроны, дробь, 3 штуки. Ну-ка. Вот я принес. Отлично. Так, каменный цветок. Отряд чистого неба поймал сигнал СОС от одного из сталкеров. Тот сообщал, что нашел редкий артефакт, однако не знает, как выбраться из аномалии, в которой очутился. Отряд не успел прийти на помощь, сигнал вскоре пропал. Необходимо добыть артефакт. Да, давай. Отлично. Хоть какое-то задание. Так. А, вернуть предмет. Ага. Это вот сюда. Ну, а в смысле, они со мной пойдут? Что, прям так, да? Вы со мной? Окей. Погнали. Бляха, очень темно, не могу. Так, а где там яркость? Яркость. Хотя бы вот так. Ничего не изменилось, ну ладно. Ну хоть под ногами что-то видно. Или погодя, куда они побежали? Южный хутор. Вот это? Ладно, бог с ними. Пускай они там бегут, куда им надо. Я пошел за артефактом. Там кострище, смотри. Есть тут народ? Эй, народ есть? Кто? Опа! А, тут никого. Кстати, у нас еще тайнички. Можно будет пробежаться по тайникам. Раз, два, три. Вот они побежали, а если там этого чувака, короче, убьют, который мне дал задание, и чё? И чтобы, да, торчать на месте на одном, подождать, пока я там выполню задание, а дальше уже идти там погибать или что они там умеют делать. Я, в принципе, не перегружен, поэтому у меня нормально так. Выносливости. Так. Это где-то здесь. Окей. Где мой вылез? Аккуратно. Ой, а что такое? А что с глазами? Ну-ка, ну-ка. А что с глазами? У-у-у-у! А что у меня? Что происходит? А что такое-то? А что произошло-то? Ладно. Вот я прямо иду. Чё-то прям взяла и игра вылетела. Вот взяла прям и вылетела. Чё за бред? Так. А, где мой там? Вот. Погоди, я хочу сейчас тогда вот так-то обойду. К цели пойду.
Хорошо. Валим, 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 валим. Тихо, ни черта не вижу. А чё, здоровье восстанавливается, да? А чё так за хрень, короче, вот это вот? Происходит-то с ним? Погоди, там еще один есть этот артефакт, как его взять? Вот он прямо вот прямо вот здесь есть этот артефакт. Надо бы его как-то. О, я нашел, о, я нашел! Я его нашел, вот почти. Ну, жесть. Я вот почти его нашел. Точнее, я нашел, он уже выпрыгнул. Чтобы просто взять. Так. Стоп, а куда я пошел? Я хочу все-таки артефакт тут взять. Надо как-то, я не знаю. Он где-то вот с этой стороны. Блях, вот эти вот. Сейчас опять как шлю. Тихо, тихо, я сейчас сдохну. Отлично. Нет, 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 тихо, тихо. Я взял. Где ты? Я забрал тебя. Бляха, бляха, бляха. А как теперь выйти? Не хватит аптечек-то. Бегом отседа. Вообще, что происходит, я ничего не понимаю, ничего не вижу. Ничего не вижу, ничего не слышу. Так, погоди, что я взял? Что я такое взял? Так. Артефакт электростатической природы. Тихо. Какая нахер пидосина, мне херово. Бляха. Мне херово. О, костер, 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 костер. Здравствуй. Это кто? Чистое небо. Гена. 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 Еще здесь. Окей. Ладно, давай у костерка посидим. Может, полегче станет. Так, что я взял? А, благодаря высокой кристаллизации молекул демонстрирует великолепную способность к поглощению электрических зарядов. Способен защитить человека от электрических ударов силой до 5 киловатт. Радиоактивен. Радиация плюс 1. Плюс 3 электрошок. Бляха, я не знаю. Так, гравий, понятно. Плюс 20. Так, а это что? Телепатия. Артефакт представляет собой камень, деформирующийся под воздействием гравитации огромной силы. По характеристикам приближается к гранитам. В некоторой степени способен защитить рассудок, плодиться от псиводействия, радиоактивен. А, получается, вот эта штука, которая сейчас меня херачила, это был этот. Псиводействие какое-то. Так, окей, оно прошло. Болото под нашим контролем. Молодцы, ребята. Отлично поработали. Внимание всем отрядам. Закрепиться на точках и ждать дальнейших указаний. Отправиться на карту. Короче, я не знаю, игра сама за себя там что-то проходится. Вот. Так. Вот этому чуваку надо отнести, да? Погнали. Погнали. Я не знаю, насколько вам видно, не видно, бляха. Но мне что-то очень темно как-то. Очень темно. Так, а что у меня по аптечкам-то? Бляха, все, у меня нет больше аптечек. Мне нужны аптечки будут. Так, народ, здорово. Кому там надо было? Артефакт. Так,
Так, спасибо. Это все, что... все, спасибо. А он мне награду-то какую-то дал, не? А, получить награду это... А, вон оно что. Вон оно что. Подожди-ка, это что? Тут на болото куда-то. Вот это что за место? Сталкера. Так, ладно. Смотри, контроль уже у нас почти захвачен. У нас осталось здесь раз, два, три, четыре. Четыре точки. В принципе. Еще эти тайники. Еще тайники. Так, погоди. Ой. Это я заберу. Это я заберу. А что у него пистолет, смотри, прокачанный. Емкость магазина и калибр 19. Ладно, тебе чего надо-то? Че ты подошел-то? Видишь, я тут ковыряюсь у вас. Чего да тебе? Хорош толкаться-то. Чего тебе? Ничего. Ничего. Так, а чё мне? Не видно даже было, как нож... как нож... Где мое оружие? Здорово! Чего тебе, сталкер? Нужно что, сталкер? Так, этого я смотрел? Нет. Этого я не смотрел. Так, это чё за патроны? Отлично. Так, хорошо. О, вот и аптечки. Нижние пули. Бля. Так, можно поспать-то? Вот жалко, жалко, что не сделали, короче, чтобы ночь пропустить. Вот не люблю ночь. Темно, ничего не видно. Тут. Тебе чего надо-то? Ты что-то хотел? Да, да. Чем могу помочь? Ничем. Все. Поговорили и хватит. Вот эти вот, смотри, видишь, точки различаются. Я так предполагаю, что точки вот эти вот, вот видишь, вот это, такие вот точки, это командиры. Командиры, которые могут дать задание. Здорово! Чего? Так, вернуть предмет АКМ-74-2АУ. Принести две аптечки. Блеха, я только аптечки взял. Ладно, на. Смотри, аптечки. Несколько дней назад было совершено нападение на наших бойцов, когда они покупали у военных партию оружия. Большинство стволов пропало. Однако лучший образец удалось припрятать. Нужно добыть его. Да, без проблем. Без проблем, только вот ночь бы переждать как-то. Так, ты где? О, а, ну как раз смотри, точка там. С ренегатами. Можно туда. Чего ждешь? Руины деревни, кстати, смотри. Ну-ка. На вашу базу, на кордон. Да, не надо мне на кордон. Так, ладно, погнали на твою базу. Я сейчас заберу, короче, этого. Награду. Вот мы и на базе. Снимай повязку. Как всё, решишь отлично. Выйти на болото, найдешь меня здесь. Понятно. Так. Где там? Награду. Награду. Я сейчас заберу, короче, награду и отправлюсь с проводником. Сразу, короче, перемещусь, чтобы, знаешь, в потемках не блуждать. Я перемещусь с проводником. Туда поближе.
Возвращай. Хочешь поторговать? Здорово. 2000, хорошо. Добрый так, поторговать, да. Поторговать, то, что я аптечки нашел и все отдал. Так что мне нужны аптечки. Смотри, тут какие-то... 5 косарей. Глушитель. Давай я заберу. Глушитель, так. У меня нет антиродина, я возьму антиродин еще. Окей. А что продать? Я могу. Да, вот эту я продам. В принципе, не надо. Хорошо. Хорошо, так. Что? Прикрепить глушитель к пистолету? Почему к пистолету? Я хочу вот к этой. Пистолету к винтовке. К винтовке, конечно. Пистолета мне не надо. Привет, пока что не надо. Будешь так, погоди, а может еще заглядывай. Есть? Был бы еще один глушитель, я бы к пистолету прифигачил. Все, окей, где там проводник? Отправляемся с вами за АКМ-74. А зомби ему. Так, а что там по времени? Гяха. Когда перемещается бы, тоже как бы это, ну, время менялось бы. Где, может, можно? Ладно. Где проводник-то? Чего тебе, сталкер? Так, куда можешь отвезти? А что там за этот... Это ближайшие руины деревни. Хочу на руины деревни. Так, руины деревни, погнали. А он бесплатно, да? Бесплатно нас провожает. Все, хорошо, руины деревни. Погнали. Так. Я надеюсь, вам видно. Если не видно, то напишите в комментариях, я попробую что-нибудь в следующей серии, короче, что-нибудь придумать с яркостью. Так, погоди. Тут у нас эти... Ренегаты, да? Так, стоп. Блеха, заметил, что ли? Готов? Готов? Блеха, 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 блеха! Хера он попал по мне? У меня аптечек нет. Так-то. Ух ты! Вот эта метка сейчас попал. Вали его! Ну, подорвали, пацаны! Отлично. Прям в лобишник. Так надо сохраниться. Спекалим всех, спекалим, короче, сейчас всех. Зарую. Чужой. Леха, надо ближе подходить, наверное. С ружья, наверное, не достанет. Хотя хз. Надо ближе подойти. Все, готов.
Достал, с ружья достал. Так, чё, не готовы? Всех убил, да, здесь? Получается, да. На карте никого. Давайте здесь сейчас порыскаем, патрончики. Так, так. Чайничек не надо. Так, это я заберу. Ножик. Это я заберу все сейчас. Хорошо. Они все с пистолетами были. Мы, кстати, говорили, что это деньги надо экономить, чтобы патроны там покупать. Вот. Посмотрим. Будем стараться. Посмотрим, как пойдет. Так, что за сарайка? Только сарайку сейчас проверим сначала. Патроны. Все патроны от пистолета, бляха. А така бы мне патроны. Водяра, хорошо. Тут что? Патроны. Пистолета. Так, где-то здесь. Чего-то. Где-то. Где-то здесь. Акашка должна быть. Он сказал, припрятано, да? Хорошо. Дверь такая маленькая, не пролезть. Вот он. А! Это укороченный. Это укороченный. Понятно. Так, укороченный. А разрядить я сразу патроны у него заберу. А его сам отдам. Хитрый. Хитрый, да, я. Хитрый. Погода вообще шепчет. Все, можно возвращаться, короче, в принципе. О, это вот сюда. Ужасти. Ужасти. Так, а что это за место? Как оно называется? Так, ладно, надо к проводнику идти. Жалко, что нельзя, короче, жалко, что нельзя. Так, бляха. Болото встал. Что нельзя метки на карте ставить. Ну, то бишь, на проводника нажать метку, чтобы стрелочка указывала. А то придется вот постоянно, короче, смотреть на карту. Почти дошел. Ай, свалился. А не здесь ли я брал как задание? Нет? Нет? Нет, нет, нормально все. Чем могу помочь? Ничем. Понятно. Привет, сталкер! Здорово. Так, куда можешь меня отвезти? Я вот не могу понять, что вот это за... Это Южный хутор или как его там называют? Это же не написано, да? Куда меня можешь... Сгоревший Южный хутор, чистая база, не механизм. Давай Южный хутор. Я не знаю, это Южный хутор. Ну, сейчас посмотрим. Южный это хутор, не Южный. Да, это Южный хутор. Хорошо. Так, где там кому надо было? Где? Я тебя слышу. Так. На, убери. Получить награду. Все, больше ничем не могу помочь. Где там проводник? Чего тебе, сталкер? Идем на базу. Вот мы и на базе. Снимай повязку.
Как решишь выйти на болото, найдешь меня здесь. Понятно. Забирай, короче, награду сейчас. О, что-то спина аж устала. Так. Забираю награду. Интересно, у этих здесь местных вот, молодец, есть живу. Хочешь задание? 500! Не охренели? Доброй тебе дороги! Не охренели. О, еще один глушак, короче, хорошо. О, вот это да, снайперский прицел. Так, аптечку я возьму, и вот это я тоже возьму. Это все мне пригодится торговать. Так. В смысле, надо сначала выбрать вот так. Так все сложно, бляха. Прикрепить вот так. Окей. Так, это у нас пистолет, вот так. Все отлично. Все хорошо. Погоди, у тебя патроны есть для АКшки? Нет. Патронов у него нет. Ну-ка, сейчас подойду кому-нибудь. Может, задание какое-нибудь есть у них? Здорово, у тебя есть задание? Чем могу помочь? О, кожаная куртка, патроны. Ага. Нести предметы. Так. Может, принес, чем ты просил? Так, кожаная куртка. Недавно мы потеряли островок на болотах, где проводили эксперименты с пропитыванием одежды всякими составами. Надо вернуть последний образец куртки, чтобы Каланча смог полностью оценить результат эксперимента. Окей. Принесем тебе куртку. Но приносить куртку будем уже в следующей серии. Короче, вы поняли, да? Мы будем выполнять побочные задания. Вот. Меня интересует вот что. Напишите мне в комментах, можно ли как-то, не знаю, там, поспать или как-то перевести время, чтобы ночь как-то быстрее прошла. Потому что ни хрена не видно. Вот. Вот. Ну, а теперь можно, в принципе, отдохнуть, выпить водярки, закусить колбаской и батончиком. Вот все. Отлично. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.